Всем привет, с вами Levit Games, и это новая игра. Смотрите, игра первый раз, игра называется «Симулятор мойки», как-то так, типа того. Смотрите, вот тут люди топы, все супер. Давайте сразу посмотрим, что здесь надо делать. Поглядим, стрелочка нам показывает. Опа, видали? Уже тачка, полнейшая жесть. Так, эта тачка, как я понимаю, нажимаю. Вот. Да, видали, как круто? Давайте я вот так вот буду мыть. Отлично. Смотрите, моем машину. Но здесь какое-то обновление, похоже. Блин, посмотрите, как чисто. Как он такой, а? Все отлично. Вроде бы здесь все помыл. Смотрите, здесь тоже помыл. Тут вода еще, смотрите, у меня. Здесь готово. Колеса, что тут еще есть? Вот так, здесь давайте. У меня закончилась вода, круто. А, иду сюда, смотрите, вот в чем прикол. Набираю воду. Серьезно, это так получается? А, вот так. О, прикол, смотри, как классно. Набираю, набираю, набираю. Это, кстати, новая игра. Новый симулятор мойки. Поэтому сейчас посмотрим, что будет вообще, когда... мою машину не мой, это моя машина, уйди отсюда. О, все. Девочка, это моя машина, хватит мыть мою машину. О, давайте, смотрите, стекла помоем. Нормально, вот это вот тоже что-то такое. Отлично, так, она мне помогает. Так, здесь все хорошо помыл. Я хочу домыть машину, посмотреть, что будет. Вот это вот делаю. Смотрите, тут круто все видно, всякие пиксели. О, видите, показывает мне. Здесь все отличненько. Домыл. Блин, посмотрите. Так, закончилась вода. А это что такое? Я думала, вот здесь как-то можно. Так, смотрите, у меня какие-то очки еще есть. Это нормально. Так, теперь давайте делаем вот так вот. Набираем воды. Отличненько просто, смотрите. Супер. Так, смотрите, здесь еще есть... Мне, кстати, деньги уже дали за это, правильно получается? Какой-то есть магазин. О, можно купить, смотрите, мини какой-то. Короче, ладно, пока покупать не будем. Давайте, поехали. Вот здесь вот, смотрите, можно еще домыть. Давайте домой. Сейчас я вам вообще покажу. О, смотрите, здесь чисто. Посмотрите, вот это вот грязь изначально. Смотрите, полнейшая жесть. И какая чистенькая крышу. Давайте с крыши начнем, прыгну наверх. Точнее, продолжим с крыши. Смотрите, как здесь вообще хорошо. Моется чистенько. Блин, а что будет, когда я машину домою? Тут, как я понял, какое-то уже обновление. О, нормально, быстро домыл, смотрите. С лодками. Сейчас посмотрим, может быть, какие-то лодки дадут. Или что-то еще. Здесь нормально. Вот так. О, смотрите, вон там какая-то грязь. О, все отлично. Все, закончилось. Кто-то тоже моет, смотрите, большие какие-то машины. Фига себе, круто. Так, мы пока идем с вами. $226. Набираем пока воды. Тут пока... Это что такое? Здесь непонятно. Это за рубаксы только, что ли? Это без рубаксов. А, это вот за 1000. Да, за 1к можно купить. Это нормально. Так, давайте вот это вот домоем. Осталось. Во, супер. Теперь вот эту сторону давайте всю домоем. И останется, в принципе, совсем чуть-чуть. Смотрите. Отлично. Вот это вот, смотрите, моем отличненько. Смотрите, как... Блин, кому нравится, когда вот становится чисто? Было грязно, а становится чисто. Я так обожаю, вообще круто. Смотрите, оп. Все, сейчас машина будет чистейшая просто. А, нет, еще с этой стороны. Офигеть, вот это она грязная. Как думаете, где она ездила? Я вообще не понимаю. Мне кажется, по самому грязному бездорожью какую-то. Какому-то. Ну-ка, давайте-ка вот так вот. Наберем еще, сейчас домой мы посмотрим. Набирайся, вода. Вода, что не набираешься? Во, похоже, слишком я недалеко зашел. Кто-то там еще моет, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, отличненько. $300, это вообще нормально, я думаю. Ой, немножко воды потратил. Так, теперь смотрим здесь. Так, это моя машина, не трожьте мою машину. Я ее домой, а то бакса не получу. Так, такое, смотрите. Вот это не отмылось, видали? Так, ладно, давайте пока вот так. Может, потом отмоется? А что она не отмывается? А, все отлично. Походу, глюки просто. Нормально, нормально, 300. Так, а мне за целую машину что-то дадут, интересно? Ну-ка, смотрим. Так. Все. Все же, машина чистая. О, смотрите, я что-то... А, 32% я
Вымыл. Что 32? Ну-ка, подождите-ка еще разочек. А, чтобы разблокировать, да, видите? Это мне надо здесь. Ну-ка, сейчас смотрим. Это я еще, получается, сейчас могу помыть. Я хочу в следующую зону. Обязательно нужно с вами в следующую зону. 100%. Так, смотрим. А, вот, смотрите, вот здесь еще. Все, машина-то. А, что с машиной? Что не так? Все, она чистая. Ну, вроде бы все. Еще разочек помоем получше. Ну, все нормально. Теперь вот эту могу мыть. Ну-ка. О, я реально могу эту мыть, смотрите-ка. Да, смотрите, вот 34%. В общем, надо это просто мыть и все. Тут, походу, вообще все надо отмыть. А это, интересно, станет грязным или что? Или надо, чтобы мы все отмыли? Как думаете? О, тут еще какие-то, смотрите, вот такую штуку можно все отмыть. Надо, чтобы все отмыли, и тогда у нас разблокируется. Это так работает, реально? Побежали тогда. Я тогда буду одним из самых крутых мойщиков. Пока, смотрите, пока нормально. Пока мойка идет, 34%. Но это нет, я так думаю, мне надо просто, наверное, сделать. Мне надо 1000 накопить. Так, это не то. Вот магазин, да, 1100%. 1000 куплю. И будет вообще круто. Так, это за рубакс, это я пока не буду брать. Теперь давайте вот так вот берем. Во, нормально. Смотрите. И у нас теперь эта машина будет вся чистая. Просто офигенно, посмотрите как. Здесь тоже все чисто-чисто. Начисто вообще вымываем абсолютно все. Во. Вот так, отлично, детальку помыл. Это тоже все помыл, супер. Так, давайте, парни, все, мы тогда работаем вместе в команде, получается. Парни, давайте в команде, 46%, отлично, о! А, нет, еще пока нет, я думал, у меня 1000, погодите, у меня что накопилось? Нет, что-то не то, да, получается? А вот, смотрите, что еще могу, ух ты, посмотрите, как что тут еще можно. Но это все за 1000 получается. Давайте вот сюда зайдем. Больше я ничего не могу делать. О, смотрите, можно ребут сделать. Так, а, нужно разблокировать все зоны. Круто, блин, я хочу в новую зону. Это реально классно. Давайте попробуем. Вот так, так, парни, работайте, кто не работает. Вон моя машина уже чистая. Я самый лучший мойщик, посмотрите. Чистейшая машина стоит, вообще круто просто. Давайте, кстати, вот эту помоем заодно. Похоже, надо реально все отмыть. Давайте вот так сделаем тогда. Баки чистые будут. Вот, отлично. Так, вот здесь вот смотрите. О. Все, нет. Фу, посмотрите, какие чистые баки. Так, теперь эту машину продолжаем мыть. Вот так вот быстренько, быстро намыли. Хорошо. Просто круто. Все, блин, как-то вода быстро заканчивается. Надо контейнер для воды какой-нибудь крутой. Ага, вот он как раз тоже 1000 стоит. Ну, кстати, скоро будет. Наверное, лучше даже контейнер, да, сначала купить, чтобы он был покруче, получше. Я, получается, прямо из реки, кстати, набираю воду, да? Получается так. Нормально. Так, поехали, поехали. Быстрее, быстрее, ребятки. Давайте, начинаем. Моем, моем. Все круто. Посмотрите, как. Вообще просто вот так забрызгиваем все подряд. Так, такое чувство, что кто-то там уже ушел в другую локацию без меня. Да? И у меня ничего не отмыто вообще. Или, может, это вообще у каждого свое? Так, смотрите-ка. Чистейшая почти машина. Вот. Блин, посмотрите, как круто. Вон там что-то еще, смотрите. Вот, смотрите, не домыл, оказывается. Вот вам, здесь чистенько, как хорошо. Люди, кто обожает чистоту, когда так круто чисто? Все, супер, давайте, кстати, знаете, что сделаем? Вот, вот это вот берем, покупаем. Ой, блин, погоди. Во, все, супер. Теперь бак побольше, бак по-любому нужен большой, 100%. Он, наверное, набирается дольше, да, но бак нужен, потому что, видите, слишком быстро бегаем тут мы с вами. Пистолет вроде бы нормально справляется, легко пока. Может, он, конечно, круче бы еще был. Во, нормально, давай. Моем все. Во, смотрите, здесь чистенько все, отлично.
Во, так машина все уже чистая, а сверху-то не помыли люди. Сверху грязная, просто грязней некуда. Давай, давай, вот так, отлично. Так, еще, вот это до конца. Блин, вот эта маленькая штучка. Я мимо еще лью сколько. Во, отлично. Все, здесь получается часть домыл. Вот эту домыл часть. Вот так. Ой. Отлично. Так, здесь все тоже домыто. Закончилось, побежали еще. Ничего страшного, сейчас быстренько возьмем еще воды. Блин, я хочу в новую локацию, 67%. Осталось совсем чуть-чуть. Давайте, давайте. Быстро наливайся, вода, наливайся. Там еще одну машину, что ли, надо отмыть, получается? Или что? Или все машины надо отмыть? Да, походу, работает только, когда я мою, да? Это только для меня работает. Я думал, когда все домоют. Так, ну-ка побежали-ка вот сюда. Вот сейчас здесь домоем быстренько. Во, все, супер. Ну теперь точно машина чистая. Красивая. Осталось только вот эту, наверное, одну машину домыть и все. Посмотрите, какая чистота. Во, вот это самая крутая. Смотрите, она белая, на ней прямо грязь видно. Просто офигенно. Здесь тоже моем. Такое чувство, знаете, как это реально, наверное? У них свое, типа своя грязь, у меня своя. Так, наверное, это работает или нет? Кто знает. Это что? Я думал, кто-то поливает, видели? Вон там фонтан. Все, готово. Теперь бежим, бежим, бежим. Погодите, а вот это что такое? Я здесь могу наливать? А, здесь вода как, еще зарубаться, ничего себе. Да, видите, походу у каждого свое, реально. Блин, так это круто, это мне надо вот это. Да, давайте белую машину домоем, белая прикольно, потом может быть полицейскую, или может хватит еще, потому что уже 78%, осталось совсем чуть-чуть. Давай, давай, наливайся, все, отличненько, поплыли, поплыли. Бегу с мечами тут, так, 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 вот я хочу следующую посмотреть зону обязательно. Да, он, походу, просто так поливает. Ну, я не вижу, по крайней мере, этого. Так, давайте вот так. Давайте большие детали просто вот так полью, и все, наверное, так проще будет. Здесь нормально. Вот это давайте. Вот эти вот кучу детальки. 85%. Нормально. Вообще нормально. Все, закончилось. Ну все, 88%. Осталось совсем чуть-чуть, получается. Все моют, смотрите. Все как будто бы моют. Все ждут. Закрыто называется, видите, не получается. Так, бежим, бежим, бежим. Из реки. О, корабль какой-то еще, видели, стоит. Круто. Блин, хочу следующую локацию обязательно. Давайте, кстати, побежим. Может быть, проще будет вот ту машину еще домыть. Вот эту вот. Которая полицейская, самая грязная. Ну-ка, о, можно издалека, нормально. Вот так неплохо, тоже, смотрите, отмывается, вообще хорошо. Вот так, давай-давай-давай, мойся. Быстренько-быстренько, все, 95, смотрите, отлично. Вот так, вот так. Отлично, все супер, разблокировано. Побежали, это бомба. Ну-ка, что здесь у нас? Бежим, бежим, бежим. Офигеть, вы посмотрите, что здесь. Здесь просто какой-то свинарник. Здесь, по-моему, было огромное количество хрюшек непонятных. Я не знаю, кто это был вообще. Видали, как просто классная локация? Давайте вот так вот наберем полную, полный бак. Теперь побежим, сейчас посмотрим, что здесь такое. Вот отсюда можно, смотрите, прям получается поливать. Нормально, да? Вот это, а, кстати, а изнутри можно? Нет, изнутри никак, только снаружи получается. Ну все, и следующий остров. Блин, это просто класс, смотрите, дом весь грязный, жесть. Его, кстати, отмыть вообще классно, наверное, будет. Давайте отмоем вот так окно, чтобы люди хотя бы видели белый свет, чистоту, правильно? Чтобы вот так вот, а то они ничего не видят. Дом так, то, что они свой не видят, ничего страшного, вот надо им...
через окна, вот так вот сделать чистоту 100%. Вот так, все отлично, смотрите, как классно. Все, чистые окна, это уже классно. Ну что, люди, на этом будем заканчивать, и дверь еще помоем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.